Салют, друзья, гости, подписчики, всем привет. Сегодня у нас в работе кроссовки, и вечная проблема – это вытертые пятки, карманы внутренней части, а также мягкие задники, которые пострадали. Мы закрываем выпотрошенный участок, где был поролон. Недостающую часть поролона мы дополним изолоном. Это отличный материал, который остается мягким и отлично подходит для этой работы. Далее у нас по плану выкройка двух карманов. Вот два кармана мы вырезали. Материал прекрасный, мягкий, эластичный, тянется прекрасно. И мы его устанавливаем по геометрии пяточной части. На один кроссовок мы уже установили мягкий карман, на второй тоже. И далее у нас по плану застрочка этих карманов по геометрии верха пяточной части кроссовок. Один, второй кроссовок у нас уже закончен, и обрезаем нитку, не забывая делать закрепки, и заказ полностью завершен. Вот такая была работа, замена мягких карманов в кроссовках, подбираем цвет и меняем карманы, вытертые пятки на вашей любимой паре кроссовок. Если у вас нечто подобное, обращайтесь, будем рады и вам выполнить работу на совесть и качественно. А на этой минуте всем желаем крепкого здоровья и до новых встреч в новых видео. Всем пока! Пока.